День жен мироносец – самый трогательный праздник в году. Радуйтесь, этими словами Христос возвестил им о том, что ожидало их не только в остальные дни земной жизни, о радости жить со своим Господом в сердце, но и о той вечной радости, которая их ждет по окончанию земного пути. 16 мая в храме Рождества Христова в престольный праздник состоялась божественная литургия в честь этого торжества веры и преданности. В этот день большое количество прихожанок приступили к причастию, чем засвидетельствовали истинную любовь ко Христу. В день жен мироносец все христиане призываются последовать их деятельному милосердию, терпению и бесконечной любви, как самому лучшему примеру служения Господу. После божественной литургии состоялся крестный ход, в завершении которого наших мироносец ожидали праздничные мероприятия. На казачьем хуторке была организована ярмарка работ мастеров-ремесленников. Здесь были представлены изделия из глины и керамики, вязаные игрушки, свечи ручной работы и многое другое. Желающие могли подкрепиться сытными блинами и чаем на травах. Ребята из молодежной общины поздравили девушек цветами и подарками собственного изготовления. Так, кто еще у нас там? Казаки в этот день поздравили своих казачек с праздником, приготовив обед, подарили подарки, потом покатали на лошадях детей. Праздник великолепный. Никто не остался без внимания. И маленькие, и взрослые, и старички. Все остались с таким вниманием великолепным. И с цветами женщины, и детки с подарками. В общем, благодарна, конечно, организаторам и батюшке. Спаси, Господи! Прихожане и гости нашего храма смогли прокатиться на необычном автобусе. Такую возможность по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Игнатова организовали мужчины нашего храма. Мы прокатились на автобусе с ребятишками. Замечательная ярмарка, концерт, замечательное настроение. Спасибо всем большое. Ученики Русской православной школы подготовили праздничный концерт с танцевальными номерами и особенно полюбившимся многим танцем «Калинка». Очень все понравилось. Спасибо большое батюшкам, нашему храму. Особенно нам понравилась поездка. Прокатились ветерком, да? Удивительно добрым и душевным стал концерт Максима Павлова при музыкальном сопровождении оркестра камерной музыки «Благовест». Певец и композитор, талантливый исполнитель народных песен, приехал, чтобы в этот день поздравить наших прихожанок с престольным праздником. Целуя, тайна и нескромна, и тебе не грустно, и тебе не томно. Уронила после голова невольно, и тебе не томно, и тебе не больно, так и льнет.
скромно, и тебе не грустно, и тебе не то.